У газовщиков есть право доступа в жилище, у собственников обязанность предоставлять этот доступ. Прокуратура Советского района проверила ОАО «Газпром газораспределение» на предмет того, насколько настойчиво это право используется. Согласно представленным надзорному органу цифрам, за последние 3 года порядка 25 тысяч собственников не впустили газовщиков в свои квартиры и дома. А последние, чтобы попасть на объект, не всегда соблюдали прописанную в законе процедуру. А выглядит она следующим образом. Графики проверок должны быть обнародованы через интернет, СМИ, вывешены в местах общего доступа, например, в подъездах. Собственникам, которых на момент визита газовой службы не было дома, должны прислать извещение. Хозяин жилья обязан сообщить об удобном времени для проверки оборудования. Если специалист не попал в квартиру после 2 извещений, составляется акт, который затем уходит на разбирательство в жилинспекцию. Дело не только не быстрое, но и затратное. Соответственно, встает вопрос о расходах, которые необходимо будет понести специализированной организации. Ну, вот в данном случае мы считаем, что поскольку в квитанции на техобслуживание газового оборудования, которое приходит всем собственникам квартир, строчка отдельно выделена строчка «Техническое обслуживание», все-таки презюмируем, что большинство собственников оплачивают эту строчку, и мы считаем, что все-таки достаточно средств может быть собрано для того, чтобы вести борьбу и с нерадивыми собственниками.